Всем привет, с вами дядя Володя Страшный, и вот еще и Буля. Поздоровайся с людьми, поздоровайся. Скажи здравствуйте, товарищи. Ты только баловался. Вот ты баловался, да, бы, а я бы, вот, уже второй день мою вот это все, перемываю, отбраковываю, нахожу лучшее из худшего. И вот наступил момент такой, что я наконец-то с этой грязной работой закончил. Вот отмыл сейчас руки кое-как, тут более-менее кое-как. Ну и вот столько отбраковал, столько уже вывез там на кучу в огород. Отвез картера негодные, картера планетовские. Ну, полностью крышка, левая правая половинка, крышка коробки. Отвез кучу. Отвез вот такую крышку левую, которая сцепление закрывает, она пробита. Ну, еще думаю, может засверлить и заклепать с герметиком. Может быть так. Буля, хватит лазить там. Иу. Ты молодец, сюда не пошел, мусор не понес. Ты ценишь мой труд, да? Ценишь? Вот вспомнил, что мне Евгений из Самары как-то вот прислал крышки. Вот, пятерочная крышка, правая. На зажигание. Ну тут вот вырезано. Можно заклеить бокситочкой и зашпаклевать, покрасить серебряночкой. Будет вообще чики-пуки. И левая крышка, но она такая троечная или какая-то там древняя. В общем, тоже крышки нормальные, что поставить можно. Как бы без крышек я не останусь. Вот. То есть вот так. Так, значит, что? По коробке. Ну, коробка вообще. Я его там поставил. Еще мы с вами будем видео иметь, как коробку я регулирую. Еще я не добрался до пластины, вот этой пластины. Не открутил ее, потому что она здесь немножко выгнута, не выпрямил ее. В общем, еще этим я не занимался. В общем, напоминаю, что я занимался только мойкой, отшкабливал, убирал это всю грязь. Вот такой цилиндр новодельный. А давайте по порядку, вот так вот, слева направо. В общем, это вот деталюшки, следующий двигатель уже будем собирать, не этот. Это как бы коробка с этого картера и все остальное с него. Вот. Да, отвяжись ты. Ну, болты так хорошие многие. Это, вот новые, буду их ставить. А вот еще куча хороших. Значит, по коробке. Вот хотел вот этот ставить, но он так вот раскоряченный, раздрюченный. Нашел вот такой хороший UHP хороший. Вот его поставлю. Он немножко ржавый был, я тут оттер. Шлицы хорошие, тут шлицы поеденные немножко. Это на следующий двигатель поставим. Вот. Болтики хорошие нашел, но они от картера, от этого крепления, заднее крепление двигателя. Вот. Нашел шайбы потолще. Вот. В картере поменяю пару подшипников, вот таких. Вот хорошие нашел, более-менее. Там похуже стоят. А может и не буду менять, в общем, не знаю. Крышка вот эта будет стоять. Крышка вот эта. Но вот у этой крышки, вот здесь вот есть такая типа трещина. Не то это отлив такой, потому что изнутри эта трещина не видна. Она видна только вот отсюда. Ну, налью сюда солярочки. Вот так аккуратненько. И буду смотреть, протекает, нет. Вот. А то придется старинную крышку ставить. Ну, это пятерочная, а придется ставить как бы не пятерочную. Так. Ну, дохренище вот этих штук. Дохренище вообще. Ну, от двух сцеплений. Ну, вот видите, вот тут уже вот так вот что-то неправильно. Или молоточком нужно будет подбить, поджать. Потому что вот, ну, это не есть хорошо. В общем, всего по два комплекта. Даже какой-то шток тонкий есть. Почему он тонкий? Может, самодельный. Все. Вот видите, он тоненький. Как будто заводской. Но почему-то тонкий. Длина одинаковая. Вот. По идее, вот такой должен быть. Так, что тут?
Ну, вилочки нормальные для коробки пойдут. Немножко потертые, это вообще практически хорошая. Вот это вот 1.12, вот немножко изношено. Но ничего страшного. Так, тут прошлись. Так, картера 46, как мото 46, вообще идеальные. Тут они тут не коцанные, не битые ничем. Все, только вот обезжиривай да собирай. Вот. Подшипники на коленвале оставляю. Те, которые стояли, старые, родные. Пальчик новый будет. Он так вот тугенько ходит в верхней головке шатуна. Само то, что надо. Вот. По сцеплению. Значит, у нас, ну, напомню сразу, два мотора отбиралось. Один мотор от белочки, а другой вот от последнего 23-го мотоцикла, который, бляха, с него и путное получилось только колесо за 4000 рублей получилось. Больше там нечего взять было. Вообще. Ну, еще цилиндр, типа того. Типа того цилиндр. Ну, то, ну не знаю, там под второй ремонт. Первый болтается, второй не лезет. Ладно, вот этот цилиндр достался вообще от человека мне. Новый. Новый цилиндр. Вообще. Вот. Нуляк. Я его так помыл, с него этот серебрянка потекла. Вот. Что-то я вот да вот. Вот такой цилиндр. Такой поршень новый купил я. Разрезом вперед ставится. Смотрите, цилиндр, как все сделано хорошо. Ни облои, ничего. Вообще класс. Обработка. Ну, вот здесь вот доработают этот вот залупинг. И, короче, вот так вот. Смотрите, плотно-плотно. Но это вот без смазки, с песком. Вот так вот ходит. Звякать не будет, будет работать тихо-тихо. Хорошо-хорошо. Так, что дальше? Дальше на повестке дня. Ну что, полумесяцы у нас тут нормальные. Все тут нормально, без износов. Ледочка. Вот эту поставим. Цепь у меня есть новая. От Афанасия, от двигателя. Так. Вот сюда. Сцепление у нас, опять же, два комплекта. Один комплект практически новый, смотрите. Не обломаны. Хорошие диски. Ну и опять же, от того вонючего мотора задрюченные диски. Ну, некоторые хорошие. Тут два или три диска хороших. Так, три хороших. Три хороших. Остальные вот отломаны. Уши. Вот. Вот терло, ребята, смотрите, терло. И вот здесь терло, но не очень. Практически не терло. То есть будем вот эту ставить. В общем, буду выбирать лучшее сцепление. Ну, до сцепления далеко, надо двигатель собрать. Вот так вот терло, вот в этих местах. Так, что у меня? Ну вот, значит, внутренний барабан сцепления. Вот у меня наружный барабан сцепления, другой альтернативы нету, изношенный. Ну, ну что сделаешь? Зубки. Зубки еще есть немножко. Пусть ездит. Нового у меня нету, лучшего нету, хорошего нету. Ну что мне жаловаться? У меня этих моторов вон планетовских стоит. Что мне жаловаться-то? Я не жалуюсь, я просто рассказываю. На жалость не давлю. Так. Вот еще один. Ну вот здесь вот погнутый, нужно выпрямить. Ну, они выбиваются, вот, выпрямляются и все. Можно так пассатижами сюда загнуть. Все легко. Вот есть барабан низкий. Низкий барабан. Низкий-низкий. Смотрите, насколько низкий. Вот. И не разбираюсь. Может, это юпитерский, а это планетовский. Может быть. Он такой тяжелее, чем этот вообще. Прям. Так, крышка правая, хорошая. Отмыл ее, долго мыл. Со всех щелочек все убивал. Ну, шарика нету. Шарика нету.
Так, ладно, все это ерунда. Так. Нормальный подшипник. В масле будет нормально крутиться. Вот. Все тут. Хороший вал вторичный. Вообще все обалдето. Согласны? Я думаю, что согласны. Все тут хорошо. Так, сюда его пока. Берем с коробкой, разбираемся. Все почти показал. Так. Как бы вам так. Сейчас. Так. Посидите вот здесь пока. Вот так сейчас сделаем. Оп. О. Вот так. Так будем демонстрировать. О, обосрали. Это к деньгам. Тут коробка уже доработанная кем-то. Это планетовская коробка, не юпитерская. Первая здесь передачка короткая. Мы с Денисом как-то рассматривали разницу. Вот. Вот так вот. Все тут собирается элементарно. Все просто. Вот такая вот коробочка. Хорошая. Хорошая коробочка. Такая вот коробочка. Ну, сами понимаете, как все ставить, какой стороной. Тут единственное, вот на этот вал вот, ставится шайба, типа вот это. И все. И потом вы одеваете крышку со вторичным валом. То есть вот здесь вот. Вот эта шайба получается между вот здесь и между вот здесь. Вот так вот шайба стоит. Все. И шайбы стоят на коперном валу. Коперный вал. Сейчас покажу, что такое. Вот коперный вал. Вот коперный вал. Он ставится, значит, вот этими вот. Меточка. Это кверху. Собирается все в левой крышке. Вот. Ну, обычно снизу 3 тонких. Но мне почему-то 4 досталось. А сверху толстая одна, где-то тут была, вот она, сверху толстая, вот такая шайба, это в стандарте, но если у вас там что-то раздрюкано, то там нужно будет, да, вот здесь побольше шайб добавлять, снизу добавляется. Когда все это собираете, вот коперный вал ставите, надо вот эту штуку отодвинуть. На чем там упрется, погнете. Ну вот это, чтобы затянуто было. Так, что я тут вот, не рассказал-то. Ага. Это вот первичный вал. Первичный вал. Он охерительно доработан кем-то, ребят. Хотел показать это. Вот, смотрите. Смотрите, видите зацеп? Видите, вот выпилы такие. Это чтоб не убивало никогда в жизни. Ее потом, даже если на газу вы ее не переключите, нужно будет газ сбрасывать, чтобы из зацепа вышло. Посмотрим сейчас. Люди запиливали, смотрите. Так. Сейчас. Так, вон, запилено как. Я не знаю, чем это запиливали, болгаркой какой-то, не то, каким-то станком заточным. Вот так вот запилено. Вот видите, вот такие вот углубления. Какой наклон. Вот так вот. Ну и здесь тоже ответная часть заточена. Не знаю, как тут затачивалось. Скорее всего, этот снимался. Вал. Ну, стопорное кольцо снималось. Снималась шестерня и затачивалась точно так же. Смотрите, какой наклон. О, шпе. Ужас. Ужас. Какой наклон сильный. Но в связи с тем, что вот этот вал крутится сюда. Сюда. А вот эта шестеренка свободно посажена. Видите, прокручивается. То есть вот этот вал крутит вот эту шестеренку, вот эту. Она потому что на шлицах сидит. Вот.
он ее крутит, а она вот это вот этими сторонами толкает вот эту. Вот. А вот это вот передает. Ну вы поняли, да? Передает через промежуточный вал. Вот, смотрите, сейчас покажу. Вот так. Вот она. Крутит эту, это эту, это вот эту. Вот эту. Она... А это сидит. Блядь, а как же она крутится? Это четвертая, вторая передача. Вторая передача. Вторая. Пошла. Пошла, поехала. А, ну, а вот эта штука крутит. Вот она сидит. Она сделана на месте. Она крутит уже вот эту шестеренку, где она. Вот эту. Вот вторая передача заточена. И она в жизни теперь не выскочит, не выбьет. Вот здесь проблема второй передачи. Она есть только на сбросе газа может выскочить. Да и то вряд ли. Тут тоже наклон есть хороший. Вот. То есть вот, доработанная коробка, вообще обалдето все. Ну все, осталось мне, значит, выбрать время, какого-то помощника и собрать двигатель. Ну, по крайней мере, споловинить его хотя бы. Вот. Такие дела. Сальники я уже поставил, поменял. То есть, вот такие вот дела. Ну что, вечер уже. Солнце там светит. Всем спасибо, всем пока. Буду сейчас все это прибирать, от пыли протирать. Пока вам показывал, пыль села. Буля, ты где? Иди сюда, дружочек, попрощайся. А, ты здесь же. Ты там пригорюнился. Иди сюда, дружок. Иди сюда. Иди. Не стесняйся, иди там. Иди сюда.